Завершается 18-й пасхальный фестиваль. В программе концерта закрытия произведения Родиона Щедрина и Клода Дебюсси. Огромное количество людей ждут этих концертов, и в зале часто дети, даже вечерние концерты, и меня это не пугает. Иногда дети даже дают знать о своем присутствии. Тем не менее, главное, что запоминают все, это очень приподнятый тон и какая-то радость, может быть, высказывание музыкантов. Вот. Мы не играем мрачных программ, мы не играем программ, которые могут вызвать недоумение. Сегодня будет московская премьера произведения Родиона Константиновича Щедрина. Родион Константинович – это живой наш классик. И в память о своей жене, Майе Михайловне Плисецкой, он написал новое произведение «Поминальная месса». Но мне кажется, что сегодня все с нетерпением ждут этого произведения, это новое звучание. И мне кажется, сегодняшний концерт будет достойным завершением пасхального фестиваля. Главный герой, имеется в виду чтец, его восприятие мира и его сострадание, и его боль. Россия единственная, моя единственная. Единственное спасибо, что избрала меня. Это такие очень серьезные слова, к которым относиться просто как к чтению невозможно. Это надо почувствовать, и, конечно же, это, здесь очень много слов о России. И очень много искреннего ощущения, искренней боли. Но выше жизни и смерти, пронзающей как свет, нас требует что-то третье, чем выделен человек. Животные жизнь берут, лишь люди жизнь отдают. Тревожащий и прожектор. В отличие от зверей, способность к самопожертвованию единственна у людей. Поэт имеет право сказать очень сильные слова. И о родине, и о себе, и о нас с вами. Это отсюда, это из сердца. Когда болит вот здесь, по-настоящему, когда это не слова, а когда за словами сердце.